한반도에서 북방까지 길을 열면 시대가 열립니다. 안녕하십니까. 북방경제협력위원회 박종수 위원장입니다. 올해는 신북방 12개 국가의 수교 30주년을 기념하는 해입니다. 10년이면 강산이 변한다는 말 있죠. 그보다도 긴 30년 세월 동안 대한민국은 신북방 정책을 통해 많은 성과를 만들어 왔습니다. 신북방 수교 30주년을 맞이하여 북방국가의 주한 대사님들과 함께 이야기를 나눠보려고 합니다. 먼저 아이다 이스마일로바 주한 키르기즈스탄 대사님께서 자리를 하셨습니다. 대한민국 국민 여러분께 인사 말씀 부탁드립니다. 안녕하십니까? Ну, во-первых, я хочу выразить благодарность господину председателю за предоставленную площадку. Как раз-таки мы сегодня обсудим все вопросы касательно 30-летия установления наших дипломатических отношений, в частности, вот между нашими странами, между Республикой Корея и Кыргызской Республикой. И я надеюсь, что между нашими странами будет уже как бы создана на данный момент хорошая площадка для углубления дальнейшего сотрудничества. Услышим все наши планы, информацию о планах, которые планирует посольство Кыргызской Республики совместно. Мы расскажем о наших планах, о планах посольства Кыргызской Республики, именно направленные на развитие наших, улучшение наших взаимоотношений буквально во всех сферах, развитие наших взаимоотношений. Чокиры Сайдопу, Чуан Узбекистан, Будесаним께서도 자리하셨습니다. 대한민국 국민 여러분들께 인사 말씀 부탁드립니다. Спасибо, господин председатель. Я являюсь советником посольства Республики Узбекистан в Республике Корея Саидов Закир Азадович. Я тоже хотел, пользуясь случаем, поблагодарить господина председателя Пак Чон Су за организацию сегодняшнего мероприятия, где мы имеем возможность всесторонно обсудить результаты 30-летнего нашего сотрудничества между нашими странами, а также будем обсуждать, обменяться мнениями по перспективным направлениям нашего взаимодействия, по разным направлениям. Я думаю, сегодняшняя наша беседа тоже будет способствовать дальнейшему укреплению наших отношений, отношений между Кореей и нашими странами. Спасибо вам большое. Спасибо. 바쁜 일정 가운데 신북방 수교 30주년을 기념해서 귀한 시간을 내주신 두 대사님께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 두 나라와 수교를 맺은 지 올해로 30주년이 되었다는 사실이 북방위원장으로서 너무나 기쁘고 감격스럽습니다. 주한 대사 임기 동안에 수교 30주년을 맞이한 두 대사님들께서 올해가 더욱더 의미 있는 특별한 해인 것 같습니다. 아이다 이스마일로바 대사님께서는 지난 2월 달에 부임하셨습니다. 우리 대통령님께 신임장을 제정을 하셨나요? 어때요? 지금 부임하신 소감은? Я была назначена чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики и Республики Корея буквально недавно, около месяца назад. И мое вручение верительной грамоты состоится 26 апреля этого года. Вручение будет действующему президенту Мун Чжэ Ину. И но то, что касается того, что я чувствую, получив это назначение, это, конечно, очень ответственное назначение. Это доверие моей страны, доверие мне для того, чтобы я внесла свою лепту в развитие отношений между нашей страной и Республикой Корея. И я сама являюсь востоковедом, кореистом, владею корейским языком,
И поэтому для меня это вдвойне ответственное назначение, так как вся наша страна ждет от меня больших определенных результатов. И я приложу все усилия для того, чтобы продолжить развитие, углубить развитие отношений между нашими странами. 감사합니다. 조키르 사이도프 부대사님의 한국 근무 소감은 어떠신가요? Для меня тоже это большая честь быть здесь назначенным в качестве советника посольства. Это мой второй раз приезд в Корею. Первый раз я приехал, это 19 лет назад, ровно в 2010 году, в качестве второго секретаря посольства. Тоже имел возможность работать в течение 3 лет по всем направлениям культурно-гуманитарного сотрудничества. На этот раз для меня очень большая честь быть в качестве советника и дальше нести свою лепту для дальнейшего укрепления нашего особого стратегического партнерства и дружеских связей между нашими народами. Спасибо. 우즈베키스탄과 키르기스탄은 신북방 국가 중에서도 대한민국과의 교류가 가장 활발한 그런 주요 협력 국가입니다. 우즈베키스탄과 키르기스탄에서 대한민국과의 교류 수준을 어떻게 평가하고 계신지 궁금합니다. 우리 두 대사님들께 한번 여쭤보겠습니다. Как вы считаете, у вашей страны, у Кореи, какие акценты? Скажите, пожалуйста. Ну, во-первых, хотела бы отметить то, что между Кыргызской республикой и Республикой Корея установились очень дружественные, доверительные отношения за эти годы. И то, что вот в прошлом году Кыргызстан, он отметил свое 30-летие становления государственной независимости. И Корея как раз-таки была одной из первых государств, которая признала наш суверенитет. И в 1992 году, 31 января, как раз-таки установились наши дипломатические отношения между двумя государствами. И в 2006 году в Сеуле было открыто консульство Кыргызской республики, и постепенно в 2008 году оно было преобразовано в посольство Кыргызской республики, Республики Корея. И в то же время в 2007 году в Бишкеке начало свою деятельность посольство Корейской республики в Кыргызстане. И я бы здесь еще хотела бы отметить, что было определенное количество визитов на высшем и высоких уровнях. Это в 1992 году и в 2013 году визиты на уровне глав государств. И также в 1992 году, в 1993, в 2007 году, в 2012 годах были визиты на уровне премьер-министров. И в 2014 году был визит спикера парламента Кыргызской республики в Корею. И в то же время это очень значимо для нас, для нашей страны, был визит в 2019 году премьер-министра господина Иногён в Кыргызскую республику. Также в 2020 году спикер Национальной ассамблеи Республики Корея Пак Бён Сок, он посетил нашу страну. И в 2021 году вы сами, понятно, председатель, да, вы посетили. Да, дальше посетили дворец, да, президента. Да, вы
Да, вместе да. мы и проводили времени, да. прекрасно были. Вы, да, и это было действительно такой вот значимый для нас, для Кыргызстана визит. И в рамках этого визита тоже было были сформированы определенные планы, планы взаимодействия вот с комитетом по северному экономическому, по северной экономической политике. Вот. И я считаю, что все-таки все планы, все то, что мы хотим сделать для развития наших двусторонних отношений во всех сферах, мы реализуем, и так как определенная основа у нас уже сформировалась для дальнейшего глубокой, для дальнейшей глубокой реализации наших планов по взаимодействию, по развитию наших отношений. Господин вице-посоль, как вы считаете, в Узбекистане, о Корее, какие оттенки? Я думаю, что среди СНГ, стран СНГ, самое активное развитие отношений между двумя странами. Какова оттенка у вашей внутри родины, о Корее? Вот как я отметил, дипломатические отношения между нашими странами были установлены 29 января 1992 года. В этом году мы отметили 30-летие, 30-летний юбилей этой даты. В течение 30 лет наши отношения развивались очень поступательно, доказательством которого являются очень тесные взаимоотношения, доверительные отношения между лидерами наших стран, которые провели 18 саммитов в течение 30 лет на самом высоком уровне. И по итогам этих переговоров у нас был 2006 год, была подписана декларация об установлении стратегического партнерства. Если сегодня смотреть эти отношения, уровень этих отношений мы подняли по итогам визита господина Мун Чжэ Ина в Узбекистан в 2019 году до особого стратегического партнерства. Да, особо. Особого стратегического партнерства. Это означает, для Узбекистана мы имеем только с одной стороны такой уровень отношений сегодняшний день. Да, я согласен. Мы знаем, что Корея, для Кореи Узбекистан стал четвертой страной, но для Узбекистана Корея является единственной страной, с которой мы имеем особое стратегическое партнерство. И сегодняшний день эти отношения тоже очень плодотворно, взаимовыгодных условиях, взаимодоверительных условиях развивается очень большими темпами и очень интенсивно. Мы надеем, что этот год был объявлен годом взаимных обменов между нашими странами. И в честь 30-летия установления дипотношений наши взаимные связи, взаимные отношения, сотрудничество будет и дальше развиваться во благо наших двух, народов двух стран. В Узбекистане 경우는 1992년 수교한 이후 18차례나 정상회담을 가질 정도로 교류가 활발했습니다. 특히 이제 미르지예프 대통령은 지난해 중선에 84%의 압도적 지지로 재선이 되자마자 또 한국을 찾았고요. 그 정도로 이제 한국에 대한 애정이 강하신 걸로 알고 있습니다. 대통령부터 모든 국민들이 대한민국에서 추진해온 그 신북방 정책에 대한 그런 그 성과가 어떤 게 있는지. Мы очень приветствуем именно осуществляемые проекты совместные со стороны комитета по северному экономическому сотрудничеству 2019 и 2020 году. Наш уважаемый президент дважды принимал участие на втором и третьем заседании, которое было организовано с вашим комитетом. Эта площадка тоже дали очень хорошую возможность всесторонне обсудить, обменяться мнениями и определить перспективы дальнейшего развития, расширения и двустороннего, и многостороннего сотрудничества.
В этом плане большая роль и важность вашего комитета как организатора этого формата сотрудничества, форума ежегодного. Я думаю, и в дальнейшем наши страны, страны Центральной Азии, будут в тесном взаимодействии продолжать сотрудничество именно по новому северному направлению. Мы надеемся, что и в ближайшем будущем тоже и с нашей стороны, и со стороны Кореи тоже будет в рамках этого проекта озвучены новые проекты и реализованы новые проекты, которые будут дальше укреплять наше всестороннее сотрудничество. Киргизи Десаним과 조한 우즈벡 부대사님 한국에 근무하시면서 그리고 또 한국에 부임하시면서 여러 가지 인상 깊었던 일도 많으실 걸로 기대가 됩니다. 어떠세요? 아이다 대사님께서는 대한민국의 어떤 그 시스템 중에 키르기스탄에 꼭 이거는 좀 가지고 가고 싶다는 그런 게 있다면 어떤 게 있는지. Я хотела бы отметить то, что мы приветствуем национальную стратегию Кореи, новый корейский курс. И я бы здесь хотела отметить то, что у нас принята в Кыргызстане национальная стратегия Кыргызской Республики до 2026 года. И хотела бы предложить рассмотрение сопряжения этих двух стратегий, этих двух документов для дальнейшей проработки, именно для реализации проектов в рамках вот этих вот объединенных стратегий. И также я хотела сказать то, что мы ведем активную работу в рамках форума «Центральная Азия – Корея». И здесь проводится очень такая объемная работа именно в экономическом плане, в плане развития экономики вот между двумя странами, буквально в самых различных сферах. Это и энергетика, это и сельское хозяйство, это и туризм, это и развитие цифровизации, образование, здравоохранение, экологии, ну и по самым разным вопросам. Вот. И, конечно же, Корея является, мы уже много раз отмечаем, страной с самой развитой экономикой. И в Корее, как ни странно, очень, то есть немного природных ресурсов. Ну, можно считать, что совсем мало, но в то же время Корея вкладывает большие средства и вкладывала большие средства в человеческие ресурсы. А это, значит, и, человеческие, да, ресурсы. Это самое... Это самое-самое главное, главное, потому что... Для вас тоже. Да, и для нас тоже самое главное. И здесь происходит... Появляются вот такие вот инновационные технологии путем именно исследования и исследования в самых различных сферах деятельности, жизнедеятельности. И благодаря знаниям, благодаря патриотизму, благодаря дисциплине корейского народа получается, это был огромным вкладом для развития самой Кореи. Поэтому для нас очень важно привлечь именно инновационные технологии. Да, инновационные технологии. Да. Ну и здесь я хотела бы отметить то, что Кыргызстан – страна богата природными ресурсами. Да, богата природными ресурсами. У нас очень красивая природа. Да, я понимаю. У нас очень богатые водные ресурсы. Поэтому я считаю, что между нашими странами обязательно должны быть очень хорошие проекты, которые, дай бог, вот мы совместными усилиями будем стараться реализовать. Да, у вас есть богатые природные ресурсы, у нас богатые человеческие ресурсы. Если между двумя странами будет совместно работать, тогда первый номер во всем мире будет. Да, хорошо, спасибо. Как вы
думать из Кореи, какие вы хотели бы привезти домой? Самая там динамичная корейская система. Уже о здоровье, там медицинские условия, конечно, это тоже, но еще какие-то, может, есть или нет? Да, вот как мы до этого отметили, наше взаимодействие между нашими странами охватывает очень многие направления. И это есть образование, и медицина, и химическая отрасль, и так далее, машиностроение. Но мы... Подытоживая 30-летнее наше сотрудничество между нашими странами и по итогам государственного визита в конце 2021 года, были намечены новые направления. Mm-hmm. Это зеленая экономика, Smart City, и сельское хозяйство тоже. Вот в этих направлениях мы сейчас рассматриваем осуществление новых проектов. Совместно с нашими корейскими партнерами заключаются уже договора по реализации этих договоренностей, потому что нам важно, чем можно скорее осуществить практическую реализацию этих договоренностей, которые были достигнуты во время государственного визита, по итогам которого мы еще утвердили дорожную карту. Сегодня мы совместно выполняем каждый пункт этой дорожной карты, где отмечены конкретные планы и проекты по этим вышесказанным направлениям. Хорошо, спасибо. 그동안 이제 양국 간의 그런 활발한 교류와 협력 덕분에 신북방 정책이 아주 좋은 그런 결실을 맺을 수 있었던 것 같습니다. 두 대사님과의 대화를 나눌수록 앞으로 미래의 어떤 협력이나 이런 게 매우 이제 기대됩니다. 조키르 사이도프 부대사님께서는 앞으로 한국과 우즈베키스탄의 관계를 더 개선하기 위해서 무엇이 더 필요한지 что надо старать для укрепления отношений между Узбекистаном и Республикой Корея. Еще один момент, что важно для дальнейшего развития нашего сотрудничества, это реализация. Реализация. Не просто пурана. Да, потому что, как мы отметили, к сегодняшнему дню у нас имеется более 200 двухсторонних документов. Наша договорно-правовая база насчитывает более 200 двухсторонних документов. Это соглашение, межправительственные соглашения и межведомственные. Это международные договора. Более 200 насчитывается. И, как я отметил, мы в течение 30 лет провели 18 саммитов на высшем уровне. По итогам этих саммитов тоже были достигнуты много договоренностей. Поэтому по итогам последнего государственного визита уважаемого президента Шавкат Миромановича Мирзиёева, он дал поручение впервые в нашей истории создать специальную комиссию в парламенте. У нас в Узбекистане мы имеем двухпалатный парламент, нижняя палата и верхняя палата. Верхняя палата именно в Сенате создать специальную комиссию по координации взаимодействия с Республикой Кореей. Это специально для Кореи. Председателем этой комиссии назначен председатель Сената. Это тоже по Конституции считается председатель Сената в Узбекистане является вторым человеком. Вот поэтому такое доверие и еще раз это доказывает, как мы уделяем большое внимание для дальнейшего развития, укрепления наших двусторонних связей именно с Кореей. Кроме этого, в Министерство инвестиций и торговли тоже был вновь создан. Вот это решение на уровне главы государства, это тоже еще раз доказывает, как мы уделяем большое внимание именно для практической реализации наших двусторонних договоренностей. Я думаю, в ближайшем перспективе совместные наши действия будут
способствовать полностью вот этой реализации наших договоренностей, которые мы заключили, подписали по итогам предыдущих саммитов на высшем уровне. Киргизстан, 네, 이제 이제까지 한국과 많은 그 협력을 해왔지만 앞으로도 더 많은 이제 협력을 해야 될 그런 입장입니다. 특히 키르기스탄과 한국은 서로 상호 보완적인 그런 경제 관계죠. 키르기스탄은 아주 천연 자원이 많고 한국은 인적 자원이 풍부한. 그래서 앞으로 더 양국 관계를 강화시키기 위해서 어떻게 하는 게 가장 이상적인지 고견을 부탁드립니다. Да, ну это вопрос такой широкий. И, ну, во-первых, я бы хотела сказать то, что мы здесь вот и говорили о том, что Кыргызстан сельскохозяйственная страна, но Кыргызстан одним из секторов экономики является и энергетика. То есть Кыргызстан богат водными ресурсами, и у Кыргызстана высокий потенциал по возобновляемым источникам энергии. И также хотела бы сказать то, что Кыргызстан, он входит в ЕАЭС, и мы приветствуем, почему я вот выше сказала, то, что мы приветствуем инновационные технологии именно в промышленность, в экспорта для экспортоориентируемой продукции, то есть создав предприятие в Кыргызстане, можно выйти на рынки других стран, которые с нами входят в ЕАЭС. Это беспошлинный экспорт. И также мы являемся, мы имеем статус VSP+, то есть это экспорт в европейские страны, беспошлинный экспорт по 6200 наименованиям товаров. Вот. И мы, имея вот такую вот основу, конечно же, заинтересованы в создании промышленности, в создании производства, именно используя высокотехнологичную продукцию, высокие технологии. И в частности, вот, конечно же, как я выше сказала, то, что инновационные проекты, инновационные технологии в Корее, они действительно очень качественные, стоят на высоком уровне, и поэтому мы всегда рады их применить у себя в Кыргызстане. Вот. И, конечно же, мы приложим все усилия для того, чтобы эти проекты, они все-таки реализовались и были более реальными в самой реализации. Также хотела бы здесь отметить то, что мы сейчас с Дайтек проводим определенную работу по цифровизации, легкой промышленности. Вот. Это текстильные институты. Сейчас как раз-таки на уровне экспертов проводится определенная работа. Это создание лабораторий, именно текстильных лабораторий, цифровизация полностью текстильной сферы. Вот. Ну и, конечно же, мы все прекрасно знаем, то, что очень хорошие технологии применяются именно в системе здравоохранения в Корее. Поэтому, да, это тоже одно из приоритетных направлений наряду с экологией, наряду с туризмом, наряду с проектами в образовании, в системе здравоохранения, в гидроэнергетике, в сельском хозяйстве, ну и многое-многое другое. То есть мы намерены, мы будем стараться, мы делаем все для того, чтобы воспользоваться, для того, чтобы корейские технологии, инновационные, присутствовали у нас в Кыргызстане и буквально во всех сферах. Вот только что господин вице-посол Узбекистана сказал, что
между двумя странами, Узбекистаном и Республикой Корея, мы особенно выделяем внимание на дорожную карту, как можно реализовать какие совместные проекты. С моей точки зрения, между Киргизстаном и Республикой Корея тоже очень стоит. Нужно так это дорожную карту работы совместно. Как вы считаете? Ну, я, как выше отметила, то, что мы приветствуем национальную стратегию нового корейского курса. Ну, вот он так у вас называется. И у нас тоже есть национальная стратегия развития до 2026 года. И как раз-таки я вот еще раз хочу отметить то, что мы бы предложили бы рассмотреть сопряжение вот этих вот двух стратегий для дальнейшей реализации определенных проектов вот в рамках этих двух документов. Вот. Ну, вот это вот как раз-таки могло быть какой-то вот основой для нашей дальнейшей деятельности по реализации проектов вот и продвижению проектов. Такие шаги зависят от вас. Да. Как вы хорошо работаете или нет. Конечно. Конечно. Ладно. 지금까지 신북방 수교 30주년을 기념해서 키르기즈스탄의 아이다 이스마일로바 주한 대사님과 우즈베키스탄의 조키르 사이도프 부대사님을 모시고 신북방 정책에 대해 이야기를 나눠봤습니다. 두 나라 모두 대한민국에는 각별한 의미를 갖고 있는 나라들입니다. 키르기스탄 국민은 한민족과 마찬가지로 중앙아에서 유일하게 몽골 반점이 있는 민족입니다. 우리하고 같은 민족이라고 할 수 있겠죠. 또한 바로 그 비시켁 그 수도에는 우리 그 독립지사 최재훈 선생의 부인 묘가 있습니다. 언젠가는 다시 한국으로 유해를 송환해야 될 걸로 봅니다. 우즈베키스탄은 올해 한인 이주 85주년을 기념하는 범정부 차원의 행사를 준비하고 있습니다. 특히 이제 타슈켄트 근교에 있는 김병화 농장은 구소련 당시부터 한민족의 영농기술을 인정받는 대표적인 그런 그 농장입니다. 요즘도 많은 그 관광객들이 김병화 농장을 찾고 있습니다. 오늘 귀한 시간을 내주신 두 분께 감사드립니다. 한국에 머무시는 동안 한국의 아름다운 자연과 인심 좋은 그 국민들과의 좋은 그런 인연을 맺고 추억을 갖기를 바랍니다. 한국 속담에 백지장도 맞들면 낫다는 그런 말이 있습니다. 아무리 쉬운 일이라도 서로 힘을 합하면 훨씬 쉽다는 뜻이죠. 지난 30년간 한국과 우즈벡, 한국과 키르기스가 협력해서 많은 성과를 이루어온 만큼 앞으로의 양국 관계가 함께 협력하고 교류하면 더욱더 성장 발전할 수 있는 원동력이 되리라고 믿습니다. 신북방 수교가 30주년을 지나 300주년을 맞이하는 그날까지 신북방 정책에 대해 국민 여러분들의 많은 관심 부탁드립니다. 지금까지 영상을 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. 스파시바. 스파시바.